И всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Еля Плак, Риза Мюзик, ну, конечно же, ладно, Риз Мюзик. В общем, что это такое, я догадываюсь, я хочу сейчас с вами как бы поговорить на эту тему. Во-первых, эта EP-шечка вышла 22 декабря, и мы слушаем ее только сейчас с вами, а все по причине, знаете чего, что этот альбом набрал всего лишь 2%. По абсолютно понятной причине, потому что у нас банально не любят Елю Плака. И диссонанс в том, что мне нравится то, что он делает. Блядь, прикольная музыка у него. Мне очень нравится альбом, который вот выходил весной. Или летом, в начале июня, не помню. Don't Make It Viral, бля, очень крутой альбом. Я видел, что вы хейтите тоже его, но, бля, мне очень нравится этот альбом, ебать. Что вы мне заспамили чат, вы ебанутые? О, короче, Twitch у меня веселый. О, ребята, начали ставить хоть что-то. Спасибо. Спасибо. Конечно, все равно не очень справедливо тройка, если выиграет. Но... Опа, донат опять. Вот, в общем, продолжаем. Да, спасибо, Магнули, за донат. В общем, 5 секунд у вас... Опа! Трипи, бро, докинул. Все, вот это более адекватно. Вот это более адекватный и более-менее адекватный прогноз. Да, кайф, отлично. В общем, у меня челы в чате вот такие, чтобы вы понимали, да, и поэтому заходите, у нас очень весело и классно. Что я думаю по поводу этого альбома? Конечно, вы сейчас будете писать полная хуйня, бла-бла-бла, но, бля, я вас даже слушать не буду, вам почему-то никому не нравится, чисто, возможно, из-за поведения там в интернете, из-за всей вот этой хуйни, мне на эту хуйню всегда похуй, вы знаете. Елисей позволил нам насладиться своей светлой стороной, лиричным и мягким Еля Плак. Интересно, что обложка с прошлого релиза и обложка с Риз Мюзик являются с какой-то стороны обратными. Также эта параллель слышится и в самом звучании альбомов. Рейдж звук с Everybody Hates Еля Плак перекрывается мягким звучанием Риз Мюзик. А в конце последнего трека Letter to You Еля возвращается к темному звучанию с грязнейшими барами. Остается лишь ждать, что будет дальше в дискографии Ели. Будет или темный Еля Плак, или светлый Елисей. Все послушали уже, что скажете, не хотел делать один полноценный альбом, решил дропнуть две EP, разделенные по настроению, дать немного концепции, показать себя с двух сторон, а вот альбом уже в 24-м. Что ты, блядь, пишешь? Что вы пишете, вы ебан... Алло. Магнолия, можешь банить, блядь, такие сообщения, я тебя умоляю, если тебе не сложно, потому что хуйню начинает писать. Смотрите, что я хочу сказать. Да, вот, спасибо, Шелси, дождал. Cara radiante con ojos sonrientes, cara enfadada con cuernos, cara asombrada, dorso de mano con dedo índice hacia abajo, monstruo alienígena, calavera, cara de sueño, cara de confusión, cara con ansiedad y sudor alienígena. Спасибо, Дельфинчик, за 10 рублей. Спасибо. В общем, что я хочу сказать? Вот мы тут слушали эту эпишку, она фул на грязных барах, фул на грязном рейдж-звучании. И посмотрите даже на обложку, да, вот эти кирпичи, он тут сидит, блядь, с мачете какой-то. И вот эта белая стена, он вот такой весь грустный стоит. В общем, лиричный Еля Плак, и тут рейдж Еля Плак, то, что нам в аннотации сказали. Очень круто, потому что в Don't Make It Viral было, типа, знаете, что ли... совмещение этих двух стилей. Вот трек Left For You купит. Это все лирика. Мне очень нравится лиричный Еля Плак. То есть трек купит, например, да, разрушь одиночество, этот хруст денег. Прикольно. То есть рейдж в звучании, оно тоже от него годно звучит. Но мне нравится больше лиричный Еля Плак, и поэтому я надеюсь кайфануть с этой эпишки. Стрик, нет, я же сказал, что не отдам. Поэтому давайте слушать. Мне очень интересно, что это такое. Я надеюсь на хорошие лиричные треки от Еля Плага. Реально. Слушаем. Первый трек «Вишлист». Эй, Аркидия. На вашем фоне она сияет, будто на ней стол бибибелтов. Она мне точно не изменяет, ведь я ее купаю в комплименту. Снимай одежду, купайся в комплименту. Давай небрежно, хочу таких моментов. Не вздумай реже, иначе гоно венту. Да не
мне надежду на то, что ты потом отдашь свой низ. Я твой принц, а ты мой лис, ты самая свежая, ты морской приз. Твой мистер, ты моя мисс, попасть от тебя, будто бы это пиз. Я выиграл в жизни, ты мой приз. Сделай волмёв, мне бы жекис. Уют тепло, там еле флиз. Я Мэтью, она мой Алекс. Только ты, и ты еще ты, это мой вижу. Да ёбаный рот, минус вайп. Спасибо. Сори за минус вайп, ребят, донаты с Эписарикой, как бы бизнесмен. Я Мэтью, она мой Алекс. Только ты, и ты еще ты, это мой вишлист. Ногти, цветы, кафе, кино, ко мне, мы едем на бис. Только с тобой я в облаках, ну какой еще каннабис. И я настолько без ума, что про себя пишу релиз. Окей. Сделай вау-мяу мне по жакис. Снимай одежду, купайся в комплименту. Давай небрежно, хочу таких моментов. Ребята, она такая... Не вздумай реже, иначе go на венту. Да не надежду на то, что ты потом отдашь свой низ. Не, стрик, я сказал нет. Короче, смотрите, что я могу сказать. Да вы заебете с донатами. Вообще. Че писал? Больше ни копейки на тебя не потрачу. Он просто не проигрался. За скамью на 10 рублей бывает. Бро бывает. Что могу сказать? Оно такое бывает. Давайте посмотрим клип. Я могу сказать, что... трек в целом неплохой, но мне кажется, что без визуала тут не разобраться особо. Давайте посмотрим комментарии, которые мне написали. О, как. Дюс плея, послушай, поймешь. Обязательно, бро. Давайте глянем клип. Я же тебе сейчас морс задонатить буду. Не надо, пожалуйста. Емеля плак. Давайте посмотрим клип. Мне кажется, с клипом должно быть сильнее. Это довольно неплохо. Но прям чтоб плейлист, как будто хз. Но не стол биби болтов. Она мне точно не изменяет, ведь я ее купаю в комплименту. Одежду, купайся в комплименту. Давай небрежно, хочу таких моментов. Не вздумай реже, иначе go на венту. Да не надежду на то, что ты потом отдашь свой низ. Я твой принц, а ты мой лис. Ты самая свежая, ты морской бриз. Твой мистер, ты моя мисс. Попасть от себя, будто бы это бис. Я выиграл в жизни, ты мой приз. Сделай волмёв, мне бы жекис. Уют тепло, там еле флиз. Я Мэтью, она мой Алекс. Только ты, и ты еще ты, это мой вишлист. Ногти, цветы, кафе, кино. Бля, как будто кайф. Только с тобой я в облаках, ну какой еще каннабис. И я настолько без ума, что про себя пишу релиз. Снимай одежду, купайся в комплименту. Okay. Давай небрежно, хочу таких моментов. Не вздумай реже, иначе go на венту. Дай мне надежду на то, что ты потом отдашь свой низ. Я думаю, я добавлю. Не Риза, не кайф. В смысле не Риза, бро? Риз Мюзик, алло. Риз Мюзик, в смысле не Риза. Бля, охуенный. Ну, клип просто норм. Трек я сейчас переслушал, но... трек я сейчас переслушал, да, вроде кайф. Мне пока что нравится, Посмотрим, как там будет. В целом, это кайфовый трачок. Не самый сильный, да, я думаю, мы его уберем. Но, бля, он приятный очень. Очень приятный. Эдхан Катхы. Кабу-кабу, где? Бро, у Риса давно в песнях нет дабл-капы, если что. Но имею в виду, ты как фанат истины должен это знать. Так, давайте посмотрим. Что мне нравится, в общем, в первом треке, то, что совмещает он лирику и бары разные, вот какие там про Майса было, допустим. Это прикольно, да. То есть далеко не уходит все равно в любом случае.
Но пока что самый сильный лиричный трек это Купид. Купид. Слушаем. Подожди. Да сука, ну что вы мне донатите вечно, бля? Минус свай. Вы чё, ебанаты? Я сейчас минималку повышу. Я людей скамлю на 10 рублей вообще. Я сейчас минималку повышу, вы меня доведете. Спасибо большое, Магнолия, за поддержку. Let's go, слушаем. Unlock. Unlock, братишка. Не шаришь? Unlock, братишка. Я пишу тебе это, так, малышка. Будет твоя любимая кассета. Тебе не хватает во мне дисциплины. Фу, я тебя стану кадетом. И если захочешь вино за бесплатно, я сделаю тебя многодетным. Она мой бро, она мой чистый. Моя любимая фета. Если до меня до света, сияй на меня ты планета. Фу, фу, не так. Сияй ты звезда. Наша любовь настоящая. Я, она не сломал. Я дрочу всего себя на тебя. Я чувствую себя даном. Я тебе рядом с собой загадал. Моя звезда упала. Ты вроде не делала только хорошее. Но я хочу кинуть себя пал. Ты да, за деньги и не за деньги. Ты не похожа на этих самых. Ты моя final burst, малыш. Я не хочу носить тебя правый. Мой секрет, ты мой кристалл. Бля, немножко странную харизму выбрал, ну ладно. Круто по флоу, по харизме странно. Твой ведущий трек мне посильнее зашел. Люди не дают, он недоволен. Бро, мне донатят хуйню, я донатили нормальные. О, майки, мы знаем такого. А, чего здесь еще, блять, сколько? Привет, Рустик, так? Майки из Ишани не сводят. Ну вот, вроде да. Ты, блядь, чел, что ты пишешь? Вот, просто смотрите. Просто, блядь, чел. Ну да, вот Шайни, беспорядок. Угу. Ну, Елю тоже. Вот, гоу трек. У него альбом есть. Чего, прошу прощения? ФКБ 10 рублей пачка. Вы чё, вообще, что вы? Блядь. Я жду альбом Никудыхиной. Да, бро, сейчас пойдем слушать. А, аутро на минуту, да, еще раз мне подтверждает о том, что трек недостоин, конечно, плейлиста. А, но он довольно интересный. Неплохо выбрал харизму, хотя, ну, нет, неплохо то, что он решил разнообразить, но я считаю, не очень удачно было выбрано. А, и флоу прикольное. Флоу крутое, но не более, к сожалению. Бля, у меня чел спамит, точнее. У меня модер спамит вместе с чатом. И донит мне китайские символы, которые они воспроизводятся, блядь. Это просто ебаный ужас. Идем дальше. Следующий трек. Riz Music. Хочу также заметить, да, что вот Riz Music это название альбома, и вот третий трек, да, тут тоже как название альбома. И вот в Everybody Hates Ada Black та же ситуация. Слушаем Riz Music. Riz Music, да, мы уже сегодня... Пусть всех забанит. Так Магнолия сам это делает. Нахер ему банить. Тут Рупа 3 за пиздец. Скоро-скоро, бро. Все верим в это. Чего? А сколько можно-то, бро? Реально? Походу, реально. А чё за хуйня? Нет, Морфей это стримерша. Да, слушаю, ебалам, давай, слушаю. Афанов Мусич, музыкальный продюсер и композитор из Лос-Анджелеса, Калифорния. Это я.
Это он я. Известен своим эклектичным и уникальным звучанием. Это я. Включающим в себя элементы электроники. Это я. Хип-хопа и других жанров. Это я. Да, это я. Все верно. Спасибо за 10 рублей. Степан, а как тебя зовут? Владислав. Так, ну тут у нас интро на минуту. Орфей, это про Майса, я тоже думаю. Тут игра слов, мне кажется, с Орфеусом связана. Мы будем вместе всегда, ха, похуй в каких мы местах, да, мы будем вместе всегда. Охуенно, бля, вообще, но вопрос, а зачем? Мелодия минуты, ну ё-моё. Бля, ну прикольно, конечно, ничего не скажешь. Но вот... Очень длинное интро, бля, руинит. Ну типа это очень долго слушать. Хз, честно. Ну, бля, круто, конечно, куплет и припев, но вот добавлять я не могу из-за интро, честно, это слишком долго. Не могу. Бля, буквально там трек идет, ну, секунд 40, может. Пиздец. Ладно, окей. You know, слушаем. О, переход. Дельфинчик, блядь. Я поселил тебя в себя, не вылезай. Не вылезай, лезай, не вылезай, лезай. Никогда не смотри на цену, покупай. Ты покупай, купай, ты покупай, купай. Ты рядом, это главное для меня, зай. Для меня, зай, ты знай, ты просто знай, ты знай. Где новая музыка, я с ней гуляю, фаны, поймите меня. Внутреннее мое мясо тортилья, с ней самое искренне, с ней это ринья. Когда со мной музыка, типа ей не уделяю внимания. Но она не знает, что про нее парень, но познакомились, все еще мания. Я сам приготовлю лосось, какая кофемания. Новые чапки тебе подарю я. Я даю бабки, ты даешь знания. У меня в голове на нашем первом свидании. Любимая да. сказка в лучшем издании. И ты моя русалка, она ко мне в Дании. И я без тебя не усну. Мы сидим с тобой на берегу. Ты цветешь, тебя открыл весну. Я точно знаю, то, что ты. Мы заведем с тобой милого пса. Еба, фига крутой пес. Мне не нужны те, с кем был. Ван, у тебя есть девушка, а по тебе видно, что будто нет. Ты знай, ты знай. Ты знай, ты знай. Я поселил тебя в себя, не вылезай. Бля, прикольная песенка, но... Не самая сильная, как будто. Припевки самый сильный, куплет классный. В общем, хороший трек, я думаю, но не самый сильный. Его добавлять не особо не вижу смысла. Но в целом это хорошо. Смотрю, твои глаза не горят оранжевым, это рай.
О, опять переход. Давайте тогда сразу дальше. Про себя говорю. Я ненавижу людей, но с тобой хочу сделать человека и с ним семью. Я хочу сделать с тобой человека, он будет красивый, like you. Мы будем самые милые среди всех барышек в выпуске. JQ, она ход, но у нее как Ice Cube. Я afraid that's an adult IQ. В моей кровати давай интервью. Ты Бобби, я Дрейк, мы соберем юз. Твой живот я превращу в пупую. Выбрала меня, хотя была Q. Ход, модел, секс на ней, сука. Это худи джу. Она моя религия, тоже джу. Они хотят на меня, это круги. Дай мастер Рис, выбрала одно на Марсибис. Она делала творчество, дал я Рис. Ты моя наркота, сука, ты мой сил. Окей. Ты себя кто угодно, хоть ты висит. Чувствую себя Стэнли, ведяща в кис. Дополняешь мою лукту на любой сис. Сон, ты мой лучший бомб. Ты будешь Синди, а Джим и не Чон. Feel my heart hack the horizon. Я иногда думаю, это сон. Да, я правда с тобой. Ты моя Джесси, я буди кафой. Ты топ один, и я тоже такой. Ебать. It's all for you, baby. Это было круто. It's letter to you. It's letter to you. Я Шелзи, название, пожалуйста, стрима прочитай. А, я думаю, это добавим, трещок мы добавим, да. Единичка выиграла, сразу говорю. Ну, просто можете даже чат глянуть, что происходит. Ну, вы понимаете, да, я думаю. Поздравляю всех единичек. Поздравляю всех единичек. Надоело сидеть без денег? Встань. О как. В общем, что я думаю? Получается, мы отсюда добавили вроде побольше треков, и даже добавили, да, всю EP-шку. Ну, я ждал большего. Бля, вот у меня просто типа ебанулись в чате, я не знаю, как мне дальше сейчас стримить. Это просто ебаный пиздец. Happy V-Day. Две минуты до новых дропов. Мы не слушаем сегодня новые дропы, бро. Блять, вы просто посмотрите. Сука, подожди. О, как. Вы... Ой, бля. Блять, я вообще не помню. Бля. Если значит, что послушаешь нового дропа? Нет, на нового дропа нельзя донатить, бро. Нельзя донатить то, на то, что будет в голосовалке потенциально. Или уже есть в голосовалке. Бля, короче. Все, что могу сказать касательно EP-шки, она вышла послабее, чем Everybody... Вон Еля Плак, хотя в целом лиричный Еля мне нравится больше. Тут вопрос в том, что реализация была не везде сильная, и есть странные решения, такие как в Riz Music треки, например, интруху на минуту въебал, допустим. Это странно. Итого 2 из 5. Епишечку добавлять я не буду, но предыдущая была посильнее, как-то так. В общем... Я думаю, больше здесь внимание акцентрировали на чат во сегодня. О, как. Угу. 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 Ты же сейчас, ну, этим же самым Магнолией будешь забанен. В общем, я думаю, чат вам сегодня был поинтересен. Ты, бля... Осуждаю, вы чё вообще нахуй? Что? Бля, вообще пиздец. Короче, я надеюсь, что вам понравилось это видео, хотя этому я сомневаюсь, учитывая тому, что происходило, да. Если это все же так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, ссылочка в описании. Также пишите комментарии, какому трек больше всего зашел. Я думаю, лучший трек все-таки первый. Я думаю, да. С вами был я, Афан. Вы были на канале Afan of Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.